Помочь женщине выглядеть в любое время суток ухоженной и привлекательной – такова цель студии перманентного макияжа, хозяйкой которой уже несколько лет является предприниматель Ирина Седова. Недавно, благодаря программе «Социальный контракт», спектр услуг студии расширился. Да, я являюсь мастером перманентного макияжа и работаю в этой сфере уже 5 лет. Являюсь уже преподавателем. Сейчас я добилась довольно-таки многих высот в этой сфере. Ну и вот решила попробовать себя в косметологии, в аппаратной косметологии. Эллос-эпиляция. О социальном контракте Ирина узнала от клиентки. Обратилась в комплексный центр социального обслуживания населения, собрала пакет документов, без труда составила бизнес-план, который был одобрен комиссией. Денежную сумму в размере 250 тысяч рублей потратила на приобретение специального оборудования. Я прошла обучение в нескольких школах. Довольно-таки сложный аппарат. То есть мы же работаем с кожей, с зоной, интимной зоной. То есть к этому надо подходить очень щепетильно. Эллос-эпиляция – это удаление волос при помощи вот этого аппарата. Помимо эпиляции, клиенткам Ирины стали доступны и процедуры ЭОС-омоложения, цель которых – сделать кожу плотной и ровной. Методика считается щадящей, безопасной и очень нравится клиенткам. На процедуру пришла первый раз. Ощущения безболезненные, приятные, даже хочется поспать. Вот. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. К Ирине прихожу на ее процедуру не первый раз, а татуаж бровей делала у них. Всегда добрая, вежливая, отзывчивая. Несмотря на новые услуги, перманентный макияж остается по-прежнему популярным. Судя по количеству клиентов мастера, эти процедуры давно и охотно востребованы у местных модниц, да и цены в студии приемлемые. Есть системы скидок, есть сезонные скидки, как раз сейчас у меня достаточно много акций, то есть я работаю для клиента. Ирина признается, что благодаря социальному контракту занимается сегодня новым интересным делом и очень благодарна государству за возможность сделать женщин красивыми и счастливыми. Юлия Трухтанова, Денис Ветрюк, телекомпания «Радуга-3».